Доброе утро, друзья! 23 августа 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют День воинской славы России, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, День государственного флага Украины, День работников государственной статистики Беларуси, Праздник на музейной набережной во Франкфурте на Майне, Лаврентьев день в народном календаре, Знаменательное событие. 1382 год. При обороне Москвы от татарского набега хана Тахтамыша впервые в России применена артиллерия. В 1935 опубликовано решение СНК СССР и ЦК ВКПБ о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами. В 1962 году в Ливерпуле Джон Леннон женился на Синти Пауэлл, а через 6 лет днем раньше Синтия подаст на развод, обвинив Джона в измене и сожительстве с Йоко Оно. 1991. Основана Всемирная паутина. Открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу. Родились в этот день. 1740 год. Иван VI. Российский император с октября 1740 по ноябрь 1741 при регенстве Берона и Анны Леопольдовны. В 1951 родился Ахмад Кадыров, чеченский религиозный и государственный деятель, первый президент Чеченской республики. В 1964 году Алена Апина, российская эстрадная певица, композитор и поэтесса, заслуженная артистка России, солистка группы «Комбинация». 1965 родился Валерий Николаев, российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, хореограф-постановщик, телеведущий. 1977 год. Игорь Петренко, российский актер театра и кино. Этот день по лунному календарю. До 22 часов 40 минут по московскому времени 22-й лунный день. День мудрости, постижения новых знаний. Особенно сильно проявление умственных способностей, и любые знания легко усваиваются. В этот день можете узнать новое о мире и, возможно, о себе. Вам может открыться тайное знание сути, могут прийти в голову новые идеи и свежие оригинальные решения. День считается весьма неблагоприятным для начала любых дел, особенно серьезных, имеющих для вас большое значение. После 22 часов 40 минут 23-е лунные сутки. Приходится признать, что энергетика этих суток тяжелая и темная, и при всем при этом очень мощная. Существует большая вероятность, что такая энергия провоцирует человека на агрессию и насилие. В этот день легко поддаться бредовым идеям, ввязаться в авантюру. Сегодня один из дней обольщения. В этот день в человеке легко высвобождаются инстинкты захвата, неуемный аппетит, склонность к дракам. Следует подавлять боязнь и страх. Нельзя бездельничать. Вот такой он 23 августа 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!